прогнозах у нас на 25-26 июня, то есть это завтра, послезавтра, мы, возможно, максимум, абсолютный максимум температуры или рекорды принадлежат как раз 2010 году, и вероятно, что наша температура превысит их, обновит, то есть вероятны такие отдельные эпизоды, можно такое случится, но вот по продолжительности у нас уже в пятидневном даже прогнозе звучит ослабление жары в начале следующей недели, и во вторник вероятно, что температура дневная уже будет 22-27, то есть жара спадет вот уже до таких значений. На воскресенье все-таки еще жаркая погода, но уже возможны локальные кратковременные дожди и грозы. А в начале следующей недели перемены в погоде будут более видимы. С запада будет подходить атмосферный фронт. И уже в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди в понедельник, а во вторник дождь уже временами. И спад жары до 22-27 градусов. Конвекция — это